Ну, проверяем, давай, что в этот раз пойдет. Смерть. Я не с тем, не с той тренкой пошел, блин. Ну ладно. Руки-то тянутся по привычке нажимать те же кнопки, а нельзя. Я согласен. Ух ты, блин. Пацан что-то огрёт. Да как огром-то он согрели, а не спиной. Или этот привел. Ну, подпули тогда, потом почти доберем. Чё, собственно, я из одного какого-то босса задумался о том, что у меня плохой билд. А только один босс. Ну вот это второй босс, ну Да, в этом. блин. Ох, сейчас приведет. Я ушел, а ты там разбирайся. Я убавлю. Так, ханта не вижу. Я спрятался. Иди сбили помаленьку. Жмешь? Да я побежал с дальнего все зажимать. Чисти ближайший пак, я пока дальний выключу. Кнопку эту. Как их зовут? Клетку. И давай все-таки слева возле последней клетки брать мобу, потому что уж лучше там, чем потом добирать возле ласта. Хорошо, согласен, да, я не буду. Ай, отстань от меня, собака. Собака, иди в баню. Николай. Оу. Ты завтра в зал идешь? Да. А ты идешь? Угу. Да. Все, по плану. Во сколько? 8:30. Хорошо. Все, 8:30. Завтра ноги. Красота. Хороший день. Сам, Угу. самый легкий день. Да. Да не, на самом деле. Ну, посмотрим завтра. Ну а что тебя смущает? Ну, у меня просто всегда самый сложный. Так, юзнешь? Я юзну, да. У меня наоборот самый легкий. Не знаю почему. Ты в этот день просто остаешься дома, Коль? Юмор, конечно. А ты думал, вы? У меня и с самого изначала был какой-то план, и я им придерживался. Да. Все согласно плану. Я, наверное, больше... Да? Да как-то сейчас вообще пофиг, нет такого, что-то больше, что-то меньше, все пофиг. Вот они хорошо там сейчас вместе их прямо и взять. Давай, нет, еще и слева от них три моба, видишь, гуляют. Ну, два точнее, их тоже потом допули. Часть убьем,
Которые вон на воде стоят? Угу, я их тоже брал всегда. Можешь допулить уже их? Ну, не пуляют. Даже поздно. Двоих видишь, блок, а вот баранчик. Так, я здесь выключу, а ты наверх беги. У этих дамаг нормальный, у пацанов. Почему в 18-й ключи ходят чуваки с дамагом 150-180, а в 20-й 120? Объясни. Нет, это просто, наверное, там эти два ключа, это и есть та граница, на которой мы все упираемся. Ну, в смысле, разница в 2 единицы, это и есть вот эта граница. Я в прошлый раз это чувствовал. Мы ценимся в Мадоне. Ой, сап, пока. Ну и вот дальше с тобой еще граница. Ну все. Да нет, просто иногда рашат высокие ключи люди, которым там нечего делать. Так может тоже... быть. Ну понятно. Вот опять у тебя по мане хорошо. Да, так я поменял там один тотем. Ой, один тотем, один талант, он ману мне дает. Стань собака. Рога подкинул тебя? Ну, раскидываешь. Где хиль пацан вот тот? А тотем бой. Ой-ой-ой, рога там угребал. Залез, наверное, в лужу. Не в лужу, а вертут. Так, я в какушке. Сорян, тотем спиливают как. Видал? О, вот. Как должно быть. Я и говорю, что зачастую высокие ключи попадают люди, не те, которым там место быть. Ну, я опять разворачиваюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, братан, живи, братан. Сейчас умру. Как ты не успел, а ведь я тебя спас? Не успел. Не успел. А чё так до хера-то урона прошло? Подними меня, а я дальше кого-нибудь. Поднял. Блин, нет, всё-таки надо кое-что поменять. Билде. Мне нравились мои крылья. Нас ещё, не видишь, немножко во зверину шли. Паралич. Тотема больше нет, закрывай. Вот сейчас он не нанес урона особо. А, я вспомнил, я дурак. Ты механику нарушил? А? Механику нарушил. Там дот висит до тех пор, пока на фулл столб не отхилишь. Конечно, я забыл об этом. Вот этот вот моб, который везу, он вешает дот, а он отхиливается, точнее, он будет тикать до тех пор, пока фулл столб не подымешь игроком. Точно, кстати, да, ты сейчас начал говорить, я вспомнил. Ага, я вот об этом вообще забыл. Соответственно, из-за этого мы и... Они, да, где-то дотикивают, потому что я об этом совершенно забываю. А не надо забывать. Все, дошло. Поднимешь обоих? Да. Хотя этот мясоруб, разрывающее бешенство, тик-тик-тик. Да, наверное, это оно так тикает. Так, иди по правой, как обычно. Давай.
Можешь подпуливать это побольше. Да, я пошел просто руки-то поднимал, я бегал. Я пошел маленький брать. Еще давай, а то ускоряться, мы же отстали. Так, все сюда налево. Ну да. Вот сейчас у нас начнется веселый логодром. Чисти, если можешь чистить кого. Я бы еще одного почистил уже. Второго почистил. Маслибарука. Дальше давай. Следующего почистил. Где-то тетка еще впереди вот ходит, она тоже в пак берется. Тех правых-то можно не брать. А нет, они все равно извинить. Их почистил бы. Давай тащим дальше. Я уже побежал. Ой, взорвется сейчас. Ты кого меня пугаешь? Я развернулся. Да я сам напугался. Сейчас по земле этот козел. Помнишь, что ему дыхание надо прерывать? Ну я по КД надрывал, да, его пацаны я прервали. По КД и чищу. Нет, я прерываю это своей фигурой. А. Чижом. Ногу поднял тебе. Мать, опять он топчет. И все тормозит, гадит, тормозит и гадит, и тормозит и гадит, и гадит, и тормозит. Пойди с фальковым дотянешься. Уже двоих счистил, я это пока не делаю. Молодец. Топот. Не, мне мой билд ближе больше нравится, я такой... Так, вот здесь же налево, ага, да, налево. Оффенсив версия. Хожу, дамажу. Ну, видишь, во-первых, он тебе ближе, потому что ты к нему уже привык. Но я его лучше понимаю. Да. То есть это такой оффенсив версия, чисто про... Все на инстантах, я почти ничего не кастую. Так, все, начинаю? Да, мне хватит маны. Ты первый заходишь, я второй. Я первый. Единственное, что вот я сейчас взял минус 2 ГКД, я... Наверное, хорошо, что у меня ГКДшек стало меньше. И в силу этого я... Ну, нужные кнопки чаще нажимаю, чем ненужные. Так, ты заходишь первый, да? А,
Не разверни в нас. Я сейчас зайду. Отведи из лужи, он же в луже у тебя прям стоит. Че глубже, давай. От лужи от этих остаются маленькие. Ох. Адиков, поплюй, покинь в них тарелку, чтобы они заткнулись. Уже. Так, я пойду. Просто баблом. Ты, кстати, тоже можешь сразу баблом выходить. Как тебе идея? Ну, я его как бы беру, потому что в это время я, он мне ничего не делает, я уроняю. И смысл мне тратить бабл на это дело? Не знаю, как мысль. Можно, конечно, а вдруг там... Еще бы выйдите, а нам осталось. Уводи его. Уводи на место. Не, слушай, да, наверное, с двумя частицами есть резон, я ГКД экономлю на нажатие той частицы. А у тебя где она? Одна на тебе, одна на мне, да? Ну да. И одна хилится, а когда хилищая на танке, она тебе дает чуть-чуть больше. Да там скорее дело в том, что частица другая, она предполагает ее раз в 30 секунд нажимать, а я занимаю ГКД тем самым. То есть, считай, сколько времени за бой у меня уходит на вот это ГКД, на нажатие. Я вот из этих соображений. Вот давайте здесь сейчас научимся, как мы будем правильно делать. Что именно? Ну помнишь, у нас здесь... А нет, не здесь, здесь мы оббегаем. На следующем. Там ты сзади сагрил моба. А это нет, я к нему иду, два невидимки, ты чё? А их можно обходить, зачем ты их сагрил? А кто-нибудь в них залезет? Ну нет, если направо убегать, то никто в них не залезет. Почему? Ну где ровно посередке? Кто за ровно посередке этого моста? Выходит и... Ой, еще там что-то улетело. Ой, это что такое? Туда что-то улетело, как бы не моя какая-то плюшка. Его. Вообще, что тут? Надо добить одного. А еще тут жестко лагает, конечно, вот эта инстанция. Инстанция. Направо просто проходим, ну все. Да-да-да, тут я и делаю так. А ну, тот патруль делаю, берешь все время, не надо его обходить. Там как раз вероятность, что сагрят, огромная. А можно... Видишь, он не... А, вот этот патруль я беру. Да. Тут принцип главный, что первый должен взять танк, вы должны даже не пульнуть ни в одного. Его можно обойти слева по горе, не надо, но... всяко кто-то его сагрит. Да, а птички прилетели еще. Вот птичек надо кикать прям активно сейчас. Иди глубже туда на мост, потому что сзади сейчас патруль еще один пойдет. Главное не пропустить птичек. Я не слежу за птичками, потому что мне некогда, я активно хилю. Сзади... Еще одна птица где должна быть. Сзади мужик, его добить. Мужик, мужик. А, да, да, вон она птица. Дай. Ну, мужик, ну что ты вот не мог нажать ни черепаху, ни херепаху, хоть что-нибудь сделал? Фласку выбил. Стоял, бакланил там. Ну все, ждем бойца. Натыкало в него, короче. И еда. Сейчас ждем его. Здесь спиной вставай к заборчику, не улети с арены. Ой, вот, да, точно, я забываю про это. Я вообще должен в правой стороне тогда стоять. Слева можно. Ну, либо возле пещеры танчи тогда. Я всегда слева возле. Все, поехали. Так я даже не знал, что оно бывает такое. Она толкает тебя этим выстрелом, и можно упасть, да. Давай проверим волшебную магию
Был у меня есть? Так, я пошел. Эй! А, нифига. Короче, под свободой эти ловушки даже не наступаются. Хотя хотелось. Да, можно. Да. Собаки. Опять у нас почему-то именно хант, он рагуй самый такой попадающий в этом данже. Там достается больше прочего. Бля, ухилю. Но. Немножко отведите сновато. Все ровно. Не, как бы, наверное, с двумя частицами есть резон. Дальше немножко мелочь добери дальше за мостом. Беги. А мы этого приведем Кика, надеюсь. Что-то их дофига пришло. Все, все, все. Назад иди теперь, спокойно, спокойно иди назад. Кастеру. Я его тут всеми силами стою контролю, но у меня кончились кнопки. А, тут. Они не это, они не это. Ну, конечно, это мелочь, да. Вот он один проблем. Опять врагу я гроб. Так, вот теперь смотри, патруль хватай. Иначе он куда-нибудь в спину нам зайдет. Вот этот. Да, отдельно. Давай ее отдельно убьем, а потом по правой стороне спокойно уйдем тут. А, то есть тех двоих обходят и прижимаемся правых наверху, ты имеешь в виду? Мы сейчас к правой стене прижмемся и по стеночке пойдем. На крайняк у нас есть рагуй. А их, по-моему, кто-то это, все равно с Сагой. Если у нас есть рагуй, то мы вообще можем спокойно пройти. Но вообще и без рагуя по правой стеночке здесь обходится. То есть спокойно по правой стене иди, прижимайся. Нет, ага. А, я же тебе говорю, что нет. Подводи их сюда. Праку, правому паку подводи, дальнего надо кикнуть. Падла. Сейчас я попробую его прокикать. Оп, все, должен... Блин, я его кикнул, а его ДК заморозил. Я его докикал. Справа кик. Ну, короче, видишь, это нормально убивается вот таким образом, с проблем. И мы сейчас с тобой справа, там, все по правой стороне обходим. Единственное, что патруль, который подходит к боссу, надо тоже будет убить. То есть идем направо. Ага, нет, не идем направо. Видишь, тетка к нам подходит? Вот ее. Лови ее. И кто и веди к кастеру опять. Потому что иначе эта тетка придет обязательно в спину на боссе. Сделает проблем. Немножечко назад сейчас надо будет отойти, потому что правый пак нам не нужен. А я наоборот правый вот этот брал. Не надо, мы сейчас его, считай, обойдем. Сейчас насквозь к боссу пробегаем и справа от босса добираем последнюю кучку мобов. А его не берем одинокого этого. Все, посмотри, насквозь бежим, минуя этого моба. Бегом, 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 бегом. Справа добираем и все. Я вот не буду взял. Да, вот тебе 100% ровненько, видишь, как красиво. 155. У нас очень много милишников в пати, поэтому ты на боссе бегаешь, помнишь как, через опережая тотем, все время получается по часовой. Не тотем, а лужу. Чтоб тотем выкидывался ровно. А я как бы, ну ладно, давай, я займи. Нет, ты ее должен опережать все время. То есть все время по часовой двигаешься.
Я фласки кончу. Все, поехали. То есть ты должен по часовой ходить по этой арене, опережая лужу. Но как только вот этот фигня начинается, и пошел по часовой. Вот тотем сзади. Таким образом у тебя лучше спавнятся вот эти тотемы, милишникам проще. То есть они вот и опять по часовой сейчас будешь. Короче, ходи все время по часовой. Потому что... Сам себя прохиливай тоже на тебе. Конечно, я не против. Аккуратно. И по часовой пошел. То есть вот именно вот так ходи, потому что. Ну короче, ты понял. Тотем тогда кидается комфортно. Очень комфортно для милишников. А на чё тут лут надо было ставить, ты не помнишь? На танк оставь лут. А хотя тебе вообще пофиг на чё. Это сила. Подвластна мне. Так, бьем быстро, 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 быстро. Не добили, ну ладно. Добили. А у тебя на чё лут стоит? На танке. Ставь на милика. На воздаяние. В свободное окно. Воздаяние. Ай! Залезки туда. Ну видишь, я в этом случае стою не под лужей. Тотем. На тотем, бежим, 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 бежим. Би-би-би-би-би-би-би. Где тотем? Лейте! Долго она его кидает, капец. Бутылку попей, на тебя некротика много, или похиль себе. Все нормально. Рогой что-то у нас согребает прям. Это больше прочего. Тотем. Бабли. Да все ровно. Опа, отхил. А все. На тебе некротика много было. Все. Молодцы. Сейчас тебя, наверное, сдохну. На меня затикает что-нибудь. Не-не-не. Блин. А че ходили-то? Ничего не выпало? Ничего не упало. 19-я вершина. Ну, вершина, это хорошо, мне нравится.